Прекрасный парк. Идет параллельно улица, как она называется, Шагинцукова, кажется. Вот там какой-то храм на горе. Это противоположная сторона реки Нальчик. Чудесный день солнечный. Пустующий панда-парк. Большой такой, интересный. Люди отдыхают. Детский парк. Очень много всяких аттракционов. Сейчас еще достаточно рано. Наверное, к обеду много людей сюда соберется. Какой-то ресторанчик в шале. Улица Шагинцукова. И дорожка, которая ведет к рынку. А там на горке лучший в Нальчике санаторий, который так и называется Нальчик. Он был построен в 1973 году для ЦК партии, а сейчас перешел в ведение МВД России. Мармеладка, сказочная избушка. Посмотрите, как она дивно украшена к Новому году. Очень аппетитно выглядит. Вот аттракционы. Большой парк. И колесо обозрения с закрытыми кабинками. Ну и зима без стройки. Это не зима. Готовятся к летнему сезону, как говорят, заряжая сани летом, да? А здесь все наоборот, молодцы, трудятся. Есть тут и автодром, и карусель а-ля Пари. Какая-то улица пересекает парк, но есть и продолжение, там значительная часть парка культуры и отдыха. А на противоположной стороне, судя по всему, стадион. Смотрите, как важно, эти вороны гуляют. Много живности, дятлов видела, других птичек. Парк просто изумительный. Аллеи прямые, как стрелы. Так, что-то не поделили. Ну, бывает. Смотрите, как необычно разрослась ель.
А вот так выглядит долгострой или недострой. Говорят, это здание театра, которое много лет уже строится, никак не достроится. Уже, видите, разрушается. Мемориальные памятники в парке тоже есть. Вот она, эта аллея мемориальная. Она может и не приехать, она может, но она, правда, машина не приехала. Вижу елку впереди. Идем туда. В Нальчике есть свой белый дом, дом правительства. А небо синее до чего? Красотища. Это главная площадь Кабардино-Балкарской республики. Ой, даже памятник Ленину на фоне недостроенного театра. Все как мы любим. Вот теперь вид нам показывает, что мы находимся в горной республике. Горы открылись благодаря солнечной погоде. А это центральный район. Видимо, такая типичная архитектура города, который складывался вокруг этого места. Смотрите, дом книги, читающий Нальчик, как приятно. О, на крыше идет строительство. Смотрите, перекрытия меняют. И трубы еще печные. Ну, как интересно. Магазин «Рябиновые бусы». Надо же, как бренды прививаются. Спела Понаровская про рябиновые бусы. Вот вам, пожалуйста. Смотрите, какое интересное объявление, декларация. А вот там дальше это рынок. Сейчас пойдем посмотрим. Вот в самом конце улицы Ленина вот такая картина. Практически коттеджные поселки. Ну и телецентр. Очень красиво, эта башня светится ночью.